Дорогие друзья, мною принято решение о проведении специальной военной операции. Я верный вассал Соединенных Штатов Америки. И есть люди, у которых явно выражены признаки старческой деменции, находятся на пути к старческому маразму. Иначе как такой политической имбецильностью я это назвать не могу, поскольку желание, естественно, сплотить вокруг себя электорат, ничего другого за этим не стоит. 22 года быть у власти – это нацист. Тьфу на вас, и все. За свои идеалы я, конечно, готов умереть. Что такое серьезное?